И лампочку вкрутят, и голы забьют. В течение 2 дней алтайские энергетики соревновались в 6 видах спорта: волейболе, шахматах, гиревому спорту, перетягиванию каната, настольному теннису и мини-футболу. Сила, выносливость и 100-процентная концентрация. Пожалуй, самый зрелищный момент спартакиады – турнир по перетягиванию каната. Болельщики, родные и друзья энергетиков от брутального состязания не отрывали глаз. Очень такие положительные эмоции, особенно финал, футбол, волейбол, а канат – самое лучшее. Эмоций очень много, все напряжение, много энергии. Все, конечно, нравится. Болеем за своих, за Алтай край энерго. Да, надеюсь, победят. Мы с ними. Спартакиаду энергетиков начали проводить много лет назад по инициативе руководства «Алтайэнергосбыта». С тех пор она стала доброй традицией. Спортивный праздник не просто улучшает физическую подготовку энергетиков, но и максимально сплочает коллектив. Из года в год соревнования происходят. Большинство людей мы уже в лицо знаем, уже обмениваемся, не знаю, там, семейным опытом, рассказываем, типа, кто как себя ведет по работе. Бывает, по-любому можем поговорить на любую тему. И поэтому, я думаю, это здорово. Я рад, что мы можем собираться на таком мероприятии. Площадка объединяет не только одну компанию, но и 7 компаний объединились. Мы в едином спортивном духе участвовали. У всех была воля к победе. Золото спартакиады энергетиков взяла команда «Алтайэнерго». Серебро завоевали ребята из «Алтайкраэнерго», а бронза ушла команде СГК «Алтай». Ирина Корчагина, Валентина Аскирова, Дмитрий Денисов. День с толком.